Итак, приветствую вас, друзья, товарищи. Меня зовут Сергей Котренко, вы находитесь на моем канале. И сегодня я расскажу видео о необычном шкаф-купе, которого сегодня поставили буквально. Дальше смотрите, слушайте. Итак, поехали. Вот у нас на этой же программе прорисовал комнаты. И, как видите, справа вот здесь идут закрытые трубы отопления. Высота у нас 415 миллиметров на 145. И вот здесь нужно было поставить шкаф. Мной был сделан проект так, чтобы мы максимум использовали вот этого пространства. Шкаф-купе был сделан в виде трапеции. На выходе у нас точнее стон с узкого края 45 сантиметров выходил на 800 миллиметров в конце. Далее, длина шкафа небольшая, 1,55 м. Вот. И почему я хочу снять видео по этому шкафу? Потому что здесь было использовано как бы два дна. И очень интересная его сборка, сам процесс сборки хочу показать. Вот шкаф в итоге, какой он получился. Сейчас я вот так. Сделаем вот так, чтобы виднее. Вот тут вот эта ниша прорисована. Мы как бы ставим одно дно, но сейчас еще в другом видео покажу. И блоком ставим второе, находим. То есть стенка вот эта идет со смещением. Вот эти блок полок, чтобы выровнять двери. Поэтому нужно было важно выровнять вот эту вот стенку. Стык двери при закрывании был полный. Так, вот. Модульно. Первым делом было сделано основание. Основание, как оно есть. Ну, это, пожалуй, самая сложная деталь нужно было сделать точно, и чтобы она ушла вот в эту вот линию. Вот так вот. Вторым этапом я собрал вот это левое крыло. В принципе, я сейчас буду производить сборку, все поймете. То есть, благодаря тому, что собрал его модулями, сборка прошла очень-очень быстро. Это край с полками. Так, правая крайняя стенка с полочками. Вот эта стенка, которая идет, тоже ставится наверх. И углубление к стене. Так, как же происходила сборка? Первым делом поставила все основание. Вот оно вот так вот настало. Накрыла вот эту панель. Вот четко все туда настало. Вторым этапом пошла. Стойка установилась. Тоже она ушла вся в линию. Снизу на минификсов. Здесь тоже на минификсах поставила. С торца конфирматор. Дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас стала задняя стенка из ДСП. Вот тут вот стала. Ну, в отодвинутом виде собирался шкаф. Дальше. Две полки вскручивалось. Потом все закрывалось. Это у нас панель уже. Видите, какой вид получается. Последовательность сборки. И закрываем все это дело крышей. Ну вот уже с крышей вообще интересно стало. Теперь нам еще нужно поставить трубу. Поставили трубу и непосредственно уже двери, да? Еще у нас по дверям. Ну вот дверьми вот так вышел шкаф. То есть сборка заняла очень быстро. И опять же повторяю, особенность этого шкафа — точный расчет. Потому что нужно вот было вот этот элемент весь свести в одну линию. Получились такие небольшие декоративные полки. Благодаря вот этому элементу мы получили продление под тримпельную трубу. Размер аж 826 миллиметров. Словами пишу. Вот он, наш шкаф уже стоит. Пока без двери. Вот эта линия, которая была сделана, чтобы дверь прикрывалась, да. Утоплен туда на 826 миллиметров вот это вот расстояние. Кажется, 116, если мне память не изменяет.
Ну и вот, в принципе, полочки. Дальше у нас отрезок видео с дверями. Хороший профиль поставили сюда. Зеркало бронза с пескоструйной обработкой. Вот так вот. И с той стороны. Ноги-ноги, да? Вот эти декоративные полки. Обратно вот труба уже стоит. Только решил походить, да. Ниши, вот это расстояние. Ну, удалось. Чего я снимаю видео, конечно, удачно. Шкаф прошел. Вот это расстояние, которое может спрятано. И вот эти полки можно использовать. Отходим под... Сейчас я вам еще выложу чуточку фоток. Только сейчас заметил, что здесь зеркало поменял местами. Ну, на фотографиях это уже исправлено. Вот, смотрите. Справа и слева. По периметру обходит пескоструйная обработка. Ну вот и все, в принципе. Показал вам процесс сборки, не показался, потому что еще не штатило, чтобы устанавливать камеры, чтобы сборку, чтобы производить сборку на объекте заказчика. Вот, ну, в общем, думаю, понятно. Смотрите, кому интересно, подписываемся на мой канал, ставим лайки, задаем вопросы. Вот, ссылка под... Что там ссылки? Ссылки под моей страницей в соцсетях тоже, не стесняемся, добавляемся. Будет под этим видео на канале YouTube. Все. Поздная ночь, пора спать. Пока.